за первый заезд. Команда «Вымпел» город Владивосток, команда «Гранит» город Дальнегорск. Каменский Николай, мастер спорта Владивосток. Иванов Данил, Каменский Николай, у нас красный наштетник. Иванов Данил, белый наштетник. Но это у нас выехала команда, значит, Каменский выехал. И также выехал у нас Григорий Абазаспян и Бартошкин Максим, желтый наштетник. Григорий Абазаспян, синий наштетник. Синий наштетник у нас у Иванова Данила. Итак, первый старт. Красная флаг, красная флаг.
То есть он зацепился за передний своим колесом, зацепился за зад впереди идущего спортсмена. И, ну, только, можно сказать, маловато, надо было просто долаживать, чтобы прорубили. Но уже этот зад пошел, и поэтому... Работа в проекте. Поэтому что падение. Не только видишь, что шипы здесь очень такие колючие, их шлифуют до иголочного момента, они как иголки. Впереди у нас на передней части колесо на 23 дюйма, находится 96 шипов, а на заднем колесе 21 дюйм. Это никак не дает, наверное, типа заднее колесо у вас 19 дюймов, а здесь на 21. Заднее колесо, там у нас 174 шипа. Ну и как вы видите, у нас мотоцикл снесен только шипами с одной стороны, то есть они едут только в эту сторону, вот так, потому что с другой стороны у нас подложка. Ну и плюс шипов, с другой стороны, их редко очень, то есть в другую сторону тоже никак не повернешь. Поэтому мотоцикл у нас оснащен. И, как говорили, здесь находится коробка передач. Вот, спортсмены, когда стартуют, это они стартуют с первой передачи, ну, естественно, сцепление. Вот, стартанули с первой передачи, тут же, практически тут же, врывают вторую скорость, и уже на второй скорости они продолжают движение. Потому что у нас спортсмены
кофты и шлемы. Ну, наследники, вы, наверное, все болельщики знаете, вы здесь все спидриисты, болельщики спидри и горели лидер. Там аналогично наследники, вот для чего наследники? Для того, чтобы ты не рассматривал номер, а просто смотришь по наследнику и ты знаешь, кто есть кто. Это гораздо проще. Спасибо.
ехал меньше 20, меньше 20 начинаем, немножко положение ехать, вот это лошадь, чище бьет, и больше скорость. Тут, конечно, там внутри скорость меньше, да, короче расстояние. А там внутри, на уровне, наверное, быстрее. Александр, синий на шлеме, и Байер Александр, желтый.
превыше всего спортсмены видели, да, скорости практически за минуту, вот синие уроки на всех стадионах, за минуту проходят 4 кубика, да? Вот примерно посчитали, да, скорость, поэтому обязательно у нас на лежах стоят 4 флажкового, главное всегда при падении красный флаг выкидывает, и у нас зрение останавливает. Сейчас у нас будет мотоцикл, у нас будет ватт, и это как и везде, потому что это мотоцикл тяжело ходить. И такие моменты, если у вас где-то там еще вырваться, да, потому что подогнуть передние колесо, или там у нас идет там так называемый гуми металлический, и на нем пластиковая, крышка пластиковая, все для безопасности спортсмена, чтобы не поцарапало. Вот. И когда будешь ходить, она, допустим, будет зацепляться за шипы. Естественно, шипы будут крутиться. Шипы, конечно, они очень крепкие, но тяжелые места очень крепкие. Поэтому все равно, если шипы немного будет загнут, все это уже спортсмен хорошего результата не покажет. До 19-го не занять. Что, подходим или пойдем?